не очень заинтересованы в деньгах, поэтому никогда не примут решение для получения материальной выгоды. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Их счастливыми цветами являются все оттенки зеленого, предпочтительно натуральных или блеклых тонов, а также желтые и белые цвета. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Обладатели этого имени всегда беспокоятся о будущем и отличаются достаточной практичностью. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.